Война всегда отзывается гулким эхом, сколько бы лет ни прошло с момента ее окончания. А Великую Отечественную нам не забыть никогда. Мы должны знать о ней и помнить тех, кто сражался за Родину. Зал Великой Отечественной войны Музея краеведения имени Тугана Мальсагова, как энциклопедия, где представлены различные военные артефакты. Снаряды, саперные лопаты, каски бойцов, костюмы ветеранов с медалями и орденами. А со стендов на нас смотрят участники различных сражений. Одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне считается битва за Кавказ, которая длилась 442 дня. И сегодня мы расскажем о судьбе одного из участников, капитане Магомеде Чинтиловиче Ганиеве. Воевал он под Ростовом, на фронт отправился со своим другом, который стал позже основателем музея, Туганом Мальсаговым. Не знаю, открыл ли в 1972 году Туган Хаджимохович музей в память о боевом товарище, но он этому делу посвятил всю свою жизнь. Основатель нашего музея ходил по дворам, собирал материалы. Некоторые назвали его безумцем, некоторые чудаком, но его стараниями собрано очень много материалов, и мы продолжаем это делать. Ну а сегодня речь пойдет о его друге, с которым он воевал в Ростовской области. Это Ганиев Магомед Чинтилович, 1905 года рождения. Стоит отметить то, что он не был юнцом, которые были призваны в рабоче-крестьянскую Красную армию в 18-19 лет. Он был уже сформировавшимся человеком, который много чего достиг. На фронт Магомед Чинтилович попал в звание старшего политрука в 62-ю кавалерийскую дивизию, 185-й Ахтинский кавалерийский полк. До войны он работал в райисполкоме, окончил высшую партийную школу, занимал пост директора Владикавказского техникума. У него очень большой послужной список, но, несмотря на это, он, будучи храбрым человеком, который переживает за судьбу нашего народа и страны, он добровольцем ушел на фронт в июне 1941 года. В чине капитана он принимал участие в боях под Ростовом. Какие-либо подробности о той оборонительной операции нам доподлинно неизвестны, кроме того, что бои были ожесточенными и погибло много солдат и офицеров. 27 ноября в результате боя он скончался. К сожалению, данные о его родственниках нам неизвестны, но, несмотря на это, его фотография украшает нашу экспозицию, посвященную защитникам Кавказа, и мы ему уделяем самое пристальное внимание, ведь он является одним из самых славных сынов нашего народа. Свой последний приют Магомед Чинтилович нашел на хуторе «Маяк социализма» Челтынского района Ростовской области. В музее краеведения на славного капитана собрана папка документов, в которой есть вырезки из газетных статей, всевозможные документы и единственная фотография, с которой он смотрит на нас сквозь время и пространство. На момент гибели ему было 36 лет. Он мог бы прожить долгую и счастливую жизнь, но погиб за Родину. Мы должны помнить о нем и передать память своим потомкам.